Рождественский бал и аукцион книги пройдут сегодня вечером в Большом театре Беларуси. Все вырученные средства перечислят на счета белорусских домов-интернатов для детей-инвалидов. В качестве лотов издания, посвященные истории нашей страны и ее выдающимся личностям, а также литературная классика и произведения современных белорусских авторов. Главным событием благотворительного бала станет презентация большой энциклопедии Большого театра Беларуси.